Привет, я Эмбра. Многие ли из моих подписчиков доигрывали до 2000 года? Думаю, что очень немногие. Но вы напишите в комментариях ваш максимум, посмотрим, что у вас там. Я вот сейчас хочу в режиме смотрителя понаблюдать за этим миром до 2000 года. Это будет также наш самый единственный адекватный эксперимент. Дело в том, что у меня стоит сейчас исторический фокус, и я хочу узнать, насколько ли игра может действовать исторично. Так что убьем сразу двух зайцев, посмотрим, как историчность будет здесь соблюдаться, и как вообще игра будет вести себя, если мы будем сидеть до 2000 года. Это будет точно интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ну а мы с вами начинаем. 39-й год на дворе, все здесь пока что нормально, Третий Рейх вон скушал Чехословакию, берет пакт Молотова-Риббентропа, а в Азии идет война между Японией и Китаем. Как бы ничего особенного, давайте прыгаем дальше. Октябрь 39-го года, Польши здесь уже нету, и по пакту часть ее должна будет сейчас отойти Советскому Союзу. Естественно, ось уже воюет с союзниками, через Мажино пробиться никак не получается, даже не пытается с такими-то укрепами противника. Поэтому Гитлер и пошел через Бенилюкс. В Азии же Япония продвинулась вглубь Китая. Апрель 41-го. Здесь уже нет ни Франции, ни Бенилюкса, и идет война против Югославии. И, кстати, Муссолини справляется в Грецию, посмотрите. А, конечно, ему Гитлер помогает, но тем не менее, справляется ведь. А насчет Турции, посмотрите-ка, здесь ее гарантируют и Германия, и Британия. Капец, она находится под защитой двух самых больших альянсов. Во, повезло. А японцам здесь немного стало скучно сражаться только в Китае, поэтому они сделали высадку сюда вот еще в колонию Франции и уже открыли себе новый фронт для войны с Китаем. Вот сейчас ему, правда, только растягивать фронты нужно. У Китая, кстати, дивок и его союзников нормально. У Японии, ну, примерно даже, наверное, такое же количество. Поэтому насчет растягивания тут не знаю. Но лишний фронт он не помешает. Италия, кстати, в Африке здесь неплохо так держится. Посмотрите, она британцев зажимает и выгоняет отсюда. Это что, был котел, что ли? Ну ничего, такое-то же случается. Июль 41-го. Здесь уже идет у нас Великая Отечественная война. А насчет Балкан? Грецию. Посмотрите, она под Муссолини. Ничего себе, какой молодец, а, справился. И даже вон, дальше сам. Гитлера здесь нету. Вау. А тут с Югославией, ну, границы, конечно, получились просто офигенные. Посмотрите на это. Вот Герцеговина сильно тебе нужна была, да? Ну ладно, хорти забирай. И Сербия, ну, конечно. Так, в Азии. Японцы здесь пока стоят. Но, кстати, они уже сделали выставку в Филиппины, да? Тут им что там как-то фиговенько пробираться. Хочется геймплейчика, хочется экшончика. Вот они и сюда вот еще сделали выставку. Американцы, они ведь уже должны тоже в этой войне участвовать. А, они только против Японии, да, сражаются? Ну, потому что японцы напали на Филиппины, а Филиппины это марионетка американцев. Но они уже ведь должны скоро вступить в союзники. Насчет прорыва... Так, кстати, Япония напала и на голландскую Остинию. Во, кстати, все уже. Американцы вступают в союзники. Нужно было всего лишь паузу отпустить. Сейчас будем наблюдать за тем, как Гитлер здесь будет это... Ох, котел. Как будет он проходить по Советскому Союзу? Не, котел-то ведь здесь очень даже такой крупненький получился. Прям такой вот недавно война началась и сразу котел. Да еще и здесь котел. Минус. Сразу он. На юге более-менее Советы держатся, потому что здесь река есть. А тут пока они отступают, вынуждены. Норвегия уже под Третьим Рейхом. Перемещаемся мы сразу в 43-й год. Здесь, ну, как-то Рейх что-то, ну, не очень хорошо проходит. Он движется, но очень медленно. На самом деле, он даже Минск еще не взял, посмотрите. Минск цел, а Киев... Киев тоже цел. Вот такие вот здесь дела. А Норвегию он посеял. Да. Только ее захватил, потом бат через годика два, тут уже сразу пришли. Кто у нас пришли? Американцы, да и все остальные тут. Кому не лень, приплыли, да и вытеснили немцев отсюда. Здесь границы на Балканах уже более-менее красивые стали. Пытаются еще союзники делать выставки сюда. Вот, ох, какой-то котел. Посмотрите, здесь 19 дивизий британцев. И это минус сразу, потому что они отсюда не уплывут. Корсика и, кстати, Сардиния за британцами числятся. И идут еще сражения в Африке между французами, свободными и вишистскими. Здесь Гитлер им, конечно, помогает. А вот насчет Италии на востоке Африки. Здесь у нее дела идут прям не очень. С Эфиопии ее взяли и выбили. Но с запада здесь вишистская Франция давит, так что тут, может быть, они еще соединятся, и французы эти помогут итальянцам. Пока в Африке по карте альянсов вот что мы имеем. Также еще в союзники вступила здесь Мексика. По дивизиям у тебя там как вообще? 63 дивки, знаете, нормально. Помощь, ну, не лишняя такая точно будет. Японцы же, ну, как-то они в Китае что-то, ну, не очень. Тут прям совсем не очень. С Индо-Китая их вообще выбили, посмотрите. Китай взял, выбил их отсюда, но зато теперь Сиам, он находится в альянсе Японии. То есть плацдарм здесь не потерялся. Но пока он даже не воюет ни с кем. Но японцы войска уже подвели, поэтому скоро должно начаться. Также они делают выставку сюда вот в Индонезию. Суматру уже почти забрали. За Яву сразу.
И Калимантан тоже. Филиппины уже полностью под ними. Пытаются они с них выставку сюда вот делать. Ну прям тяжело здесь, это видно со стороны так. Ну и Папуа тоже за ними почти полностью. Можно сейчас на данном этапе глянуть потери. У союзников и Коминтерна вместе потери 9.2. У России тоже 9.2. Примерно одинаковые. Советский Союз снял Рейху 4 миллиона с половиной. А британцы, американцы, ну 200, тут почти 200 тысяч. Норвегия 100. То есть здесь весь урон сейчас наносят именно Советы. По вкладу в войну у них 45%. То ли еще будет. Июль 43-го года, полгода уже прошло, смотрите-ка, что по советам здесь. Ну, они, конечно, все еще более-менее держатся. Более-менее. Киев до сих пор, кстати, не отдали, но вот с Минском, конечно, да, пришлось попрощаться. Тут на севере, ну, пока да, стоят в обороне, хорошо так. Рейх уже что-то как-то не особо-то и атакует. Тут на юге, видим атаку, а здесь стоит. У него сейчас имеется огромная нехватка по снаряжению, посмотрите, винтовок не хватает 95 тысяч. Артиллерии 11 тысяч, до оснащения 5. Что-то Рейху сейчас максимально фигово. В 43-м-то году. И здесь еще союзники берут и открывают новый фронт. Посмотрите, в Британии, да и Нормандии вот тоже. Ну, скорее всего, здесь Гитлер их выдавит. Но по-любому, если они еще пару раз так сделают, то это все. Их уже выгнать отсюда не получится. Ну и здесь вот котел получается. Тут тоже в Провансе делают выставку уже американцы. Ну и тут они более-менее укрепляются, потому что здесь горы находятся. В горах, конечно, проще им обороняться. Турция. Кстати, Турция вступила в союзники. На нее тут напали, так. Да, на нее напали. Ну, знаете, сейчас она сражается против всей Европы вот здесь вот, на этом небольшом фронте. Вообще удобно на самом деле, но мне кажется, еще выставками просто заколебают. Если, конечно, вот американцы, да и остальные, но мы видим по чуть-чуть здесь, не пригонят сюда войска. Вот если они пригонят, то Турция может спокойно обороняться. Если нет, то ей конец. Дивизия у нее 68, не думаю, что она долго простоит. Какая же Венгрия сейчас уродливая, ну за что ее такое делают? Ужас, Хорти, ну ты не можешь себе нормальные границы нарисовать. Что это такое? Зачем тебе Краков? Вот нафига? Японцы. Сиам так в войну, кстати, не вступил. Японцы даже войска свои отсюда увезли, понимаете? Они так долго здесь стояли, полгода, сколько там, даже больше, наверное. Думали, что все, сейчас он в войну вступит, зовем его, зовем, а он отказывается, видимо, или потом вообще не звали. Ну, короче, японцам надоело, они просто войска отсюда вывезли. Пытаются уже открывать здесь новый фронт вручную. Ну, конечно, китайцы здесь немного боятся того, что Сиам все же в войну вступит. Да и он, индусы тоже, поэтому войска свои держат. Но, скорее всего, японцев это все получится, потому что вот Индонезия за ними. Они заполучили сейчас огромное количество ресурсов, посмотрите, сколько здесь. Конечно, не так много, как если бы территории были их коренными, просто тут же оно срезается сильно, но все равно 270 резины, нефть, алюминий, на Яве тоже тут сколько ресурсов, сколько резины, капец. И, конечно же, Сингапур, посмотрите, просто вольфрама и резины. И нет, тут можно столько самолетов делать, просто заколебешься. Чем японцы сейчас, видимо, и занимаются, да? 3 военных завода, 2, 1, 3, 2, ну, прям массовое производство. Ответчик скоро будет делать. Да. По потерям у Японии и ОСИ вместе 12 миллионов, у Коминтерна и союзников, ну, считайте, уже 14. Тут, как бы, ось до восточно-азиатской сферы сопроцветания лучше себя чувствует. Но вот по количеству людских ресурсов у них, естественно, их меньше просто. Тут одни советы тащат. По вкладу у них 42%, Соединенное Королевство 23%, американцы 15%. Ну, тут британцы и американцы уже поубивались неплохо, они тут уже начали агрессивно действовать, а не просто сидеть сложа руки, как ранее. Немцы посеяли уже почти 7 миллионов, а советов 5,5 убили. Итальянцы 2 миллиона, Соединенное Королевство уже лям сняло, а Советы почти половину. Японцы же особо и не несут потери об этом все, потому что здесь вот Индия 200 тысяч, американцы 145. Китай здесь никак не учитывается, потому что это другой альянс, поэтому здесь мы числа еще против Китая не видим. Это нужно зайти вот сюда вот, и уже здесь мы сейчас посмотрим. Вот японцы потери 2 миллиона 600, Китай снял почти полтора. Гуанси 500, Индия 200 тысяч. Вот такие вот дела. Ну сам Китай потерял уже 6 миллионов. Ну вроде как у него население много, да, но вот свободных людских ресурсов у него 400 тысяч. Хотя стоит всего лишь ограниченный призыв, там стоит на разок поднять, у тебя там опять еще изобилие людей будет. Сычуань, 59 миллионов здесь населения, это самое главное здесь. У них регион населенный и столица как раз, плюс стали. Но все равно его сильно прижимает, Восток потерял, поэтому он точно долго не простоит. Если, конечно, сейчас союзники не начнут здесь как-то мешать Японии. Италии, ну, Италии здесь уже максимально фигово, у Вишистской Франции не получается пробиться на Восток. Да, они особо даже не пытаются. С Алжира, кстати, их выбили вообще. Ноябрь 44-го года, посмотрите, сколько здесь в Европе высадок, сколько новых фронтов союзники понаоткрывали. Здесь Сталин, наверное, просто купается в лучах счастья. Ну, представьте себе просто. И хорошо себя Советы чувствуют. Посмотрите. Здесь они уже давят Рейх. Хоть и по нехватке снаряги у них тоже большие проблемы, но Гитлер просто не справляется с растягиванием такого количества дивизий на такое большое количество участков сражений. Дивизии у него 335. У Советов же сейчас 241. Тут и хватает вполне себе этого числа. Еще же в Италию сделали выставку американцы. Посмотрите, сколько здесь дивизий.
дивизий. Тут у Италии, наверное, столько нету, сколько здесь имеет одна только выездка. В Италии 119 дивизий, и даже людских ресурсов у нее нету. Все взрослые проходят военную службу, нифига себе. А по снаряге что там у тебя? Ну, кстати, по снаряге все вполне хорошо. Кстати, люди прибавляются. Скорее всего, только недавно взял закон, он просто так бы они не прыгнули. Это что такое? О, британцы. Ну да, турцы все еще держатся, смотрите-ка. Конечно, еще Иран вступил в войск, поэтому советы вынуждены и сюда вот войска тоже стягивать. Мы это видим. Только вот они в пути находятся. Значит, он только недавно в войск вступил. Японцы, ну, кстати, Индию они уже почти захватили. Главное, юг забрали. Тут остается только вон до Дели дойти и все. Да тем более здесь вон Иран помогает. Сиам. О, наконец-то он в войну вступил. Когда его окружила союзническая Япония, он такой, почему бы уже не вступить в войну? Выполнять союзнические обязательства, как Грис. Ну и с юга здесь уже они будут проходить. Да и восток они тоже, смотрите, справляются хорошо. Австралия, кстати, Новая Зеландия уже почти полностью под Японией. Почти, потому что остров Тасмания, он все еще за Австралией. А население 255 тысяч. Сидят тут. Наверное, думают, как отбить Австралию-то свою. Май 45-го года. А знаете, Рейх себя вполне неплохо чувствует. Я думал то, что к этому времени он уже будет, ну, как сами понимаете, 45-й год. А он стоит. Офигеть. Молодец какой. Даже Турцию пробили, посмотрите. У него мало того, что дивизии не хватает по фронтам расставить, так он помогает Болгарии пробивать Турцию. А тут что-то Турция как-то 2,5 дивизии, калеки, он какие. Что это такое? Ты этим обороняться собрался? А, здесь, смотрите, он войска держит. Его с этой стороны начали пробивать. Только вот тут советы пробили вот это, и в итоге это котел. Так ведь? Что-то Иран себя здесь хорошо чувствует. Это истощение? Нет, истощается все-таки он. Вот, мы видим. Советы просто взяли и закатлили это дело. Вот так. Но Турция не ожидала, что так получится, забоялась. Не, ну вон войска она уже стягивает обратно сюда. Потому что поняла, что это, ну, победное сражение. Грецию потихонечку, кстати, отбирают у Муссолини. Сколько же здесь дивизий? А он семерочку здесь держит. Ну вот насчет самой Италии. Тут американцы вон заняли Флоренцию и юг Франции. Отсюда их уже выбить будет очень сложно. Также Нормандия, Британия, Бордо. Это тоже все уже возвращается свободной Франции. Дивизий, кстати, у нее 70. При том, что самой этой Франции, ну, очень мало. Только вот Африка там, ты, по сути. А, ну вот еще можно сказать, Сирия. Ну и 70 дивизий содержать, это как бы такое дорогостоящее удовольствие с такими-то территориями. А это что такое? Это у нас венгерская Чехословакия. Вау! А тут хоть чехи живут вообще? А тут словаки живут? Ну, в общем, Хорти, ты, конечно, прям молодец вообще. Хорошую себе маринетку сделал. Так, ну а здесь по потерям вообще можно посмотреть. Комментарий, союзники. 27,5, почти 28 миллионов человек они потеряли. Ось же Япония. А где Япония? Япония здесь не учитывается. В общем, ось потеряла 23 миллиона человек. Рейх же, кстати, как совет потеряли одинаковое количество, только здесь советы сняли Рейху 7 миллионов, а Рейх советом 12. Насчет Японии, что ты там? А, ты уже закончила войну с Китаем. Быстренько ты. Ну да, там уже оставалось совсем немного. И сейчас что она будет делать? Сидеть отдыхать, что ли, или отбивать оставшиеся острова? Ну что это такое, Япония? Ты не могла отбить оставшиеся острова? Минданао, ты знаешь, что здесь могут американцы делать? Капец. Но зато вот, кстати, японцы позабирали британские здесь протектораты в Аравии. Ну, неплохие, кстати, плацдармы. А тут Турция забрала себе Синай, Палестину и Иорданию. Может, она сюда, когда капитулирует, убежит. А Апеннинский полуостров уже почти полностью оккупировали союзники. Итальянцы, ну, столицу держат на Сицилии. Кстати, здесь можно хорошо так обороняться. У них еще остались земли, конечно же, на Балканах. Ну и тут. Вон, кстати, Синай. Они хорошо очень даже в Африке справились, отбили уже восток и продолжают атаковать. Ну а здесь что-то они возле Каира стоят, возле Гизы. Че вы стоите вообще, а? Линию обороны начертили. А хотя, может быть, из-за этой песчаной бури просто ничего не видно. Не хотят рисковать. Но как закончится, идите, тут же можно разгуляться прям вообще. Болгария, естественно, захватила уже Турцию, не одна, при помощи союзников, Сирию, Иорданию и Палестину. Тут он, пацанчик, что творит? А хоть понимаешь, что происходит вообще? Что ты делаешь? Ну, конечно, тут правит регентский совет, но прикольно, что здесь такой малец изображен. Можно ему эти заслуги приписывать. Как-никак он правитель, пофиг на регентский совет. Но тут как бы заслуги заслугами, а советы, они же воюют ведь против тех, кто находится в оси. А Болгария, что ни на есть, находится в оси. Поэтому, что-то мне кажется, что в эти земли Анатолия, Ближний Восток, они сейчас отойдут Советскому Союзу. По карте альянсов можно здесь увидеть то, что наконец-то Запад и Восток Африки соединился. И теперь они, ну, без проблем, наверное, захватят юг и север. Как-никак, здесь теперь единый фронт. 1 апреля 46 года. Ну да, тут как бы Рейх прям офигеть, как хорошо держится. И что-то советы его, ну, не очень пробивают. Они даже как-то особо-то и не атакуют. Вообще-то советы должны убиваться, прям вообще в хлам, должны убиваться в усмерть, понимаете? Они стоят, просто смотрят, здесь немножко атакуют. Что-то на советы вообще не похоже. По-любому какой-то патч был, мини-патч, и мы не заметили даже. Жесть. Ну а здесь, как я и говорил, да, все-таки советов по-любому получилось бы захватить эти
земли. Тут они пока просто проходят, тут даже сопротивления нету. Муссолини же захватил уже Каир и сам Египет весь. По Африке, о, кстати, а здесь вон Соединенное Королевство высадку провернуло, посмотрите-ка. Пытаются они наверстать здесь упущенное. Тунис за американцами взяли себе, будет курорт. Италия, ну, основные ее территории уже полностью у союзников. И от Вишистской Франции здесь уже мало что осталось. Свободная Франция, дивизии. Что ты не делаешь дивизии, тут уже вернул себе территории. А хотя их нужно отстраивать, чинить. Это да, тут поломано все просто. Ну и до Берлина, походу, доберутся здесь союзники. А конкретно американцы, посмотрите, сколько их дивизий здесь. А у Гитлера как-то на подивкам 279. Все взрослые проходят военную службу, ну и 3 ляма в запасе еще людей есть. Но боюсь, они что-то не особо хотят сражаться. Хотя 85% поддержки войны. По потерям можно посмотреть, у оси 30 миллионов, а у союзников Коминтерна 38 миллионов. По проценту вклада у Советов все равно больше, хотя уже 35, а не 45, как ранее. Но потери у них 16 миллионов. Третий рейх снял 14,5. Иран, кстати, миллион снял, вы прикиньте. Вот этот вот Иран. Ну и война с ним, конечно, идет прям очень долго. Но дивизии у него слабенькие, да и они в маленьком количестве. И здесь просто обороняться очень легко. Советы решили, видимо, убиваться здесь, а не там, где обычно положено. Болгария 200 тысяч, Румыния 200 тоже тысяч. Там все по мелочи. А мексиканцы уже 1 миллион с лишним потеряли. А Брейх убили они 1 миллион человек. Я не знаю, смысл тебе столько здесь тратиться? Мексика, сиди там, отдыхай спокойно. Че он там понабещала, что ли, им? Спустя ровно год мы видим вот это вот. На самом деле я слегка в шоке, потому что Рейх держался в том состоянии еще целый год. И продолжает держаться. Берлин, кстати, так и не взяли. Уже с востока вон союзники подошли. При том, что это союзники, а не Коминтерн, понимаете? То есть советы здесь практически даже не пробились за целый год. Так вот, союзники сделали сюда от выставки и открыли Восточный фронт, понимаете? Им так оказался не нужен Восточный фронт советов, который почти не двигается. Они взяли и открыли свой. Как-то советы что-то непонятно действуют в этой кампании. Очень странно. Но что они сделали? Они, походу, отвлекались вообще не на то, что им нужно. Они пошли, вон, смотрите-ка, в Африку. Отхватили себе Египет, Ливию, Ближний Восток у них, Иран тоже у них. Но против Японии они не воюют. Если бы воевали, они бы тут и в Индию пошли бы. Кстати, здесь. Они уже почти выгнали Болгарию. Мучаются пока что тут с высадками. Подожди. Союзники сражаются против Советского Союза. Ну, дай угадаю, это Британия войну начала. Наступательная война. А, британцы здесь постоянно войны начинают, это мы уже видим не в первый раз. У них куча претензий, куча поводов, чтобы повоевать с Коминтерном. И вот она реализовала один из них, но обычно она это делает уже после окончания войны с Третьим Рейхом. Сейчас что-то как-то это затянулось, и она решила, что, блин, это тянуть кота за рога, давай и сразу нападаем на Советский Союз. И поэтому вот это вот и получилось. И для Советов теперь новый фронт будет уже не с Германией, а с союзниками вот здесь вот. Тут, кстати, можно пройти, закатлить Германию и тогда встретить уже здесь войска американские, потому что у Польши дивизии что-то маловато, тут одни американцы стоят. Январь 48 года, Гитлер, блин, еще жив. Вы посмотрите, Берлин цел. И у нас Германия выглядит вот так вот. Просто червячок, вы посмотрите. Я этот скрин постил у нас там в сообществе и в группе. Это, короче, был спойлер, да. Но вы не знали, что это был спойлер, пока не видели этот момент. Вот так вот я люблю спойлерить. Просто этот момент, он очень удивительный. Вы посмотрите, просто червяк. Как он такой смог удержаться здесь длительное время? И причем червяк-то ведь продолжается вот сюда, вот посмотрите. Оп, отсюда и вот сюда вот. Пересекает всю Европу. Жесть. И главное, что Рейх здесь держится. Уже январь 48-го ж. А Югославия? Она же вон что, смотрите, захватила уже и Венгрию, часть Румынии. А что советы? Как-то им здесь тяжеловато с турцами. Ну уже да, союзники. Одно дело полудохлый Рейх захватывать, а другое дело союзниками, которые вон полностью оснащенные. И здесь пошли высадки. Да, сейчас советам, конечно, тяжеловато. Англичане еще собираются делать интервенцию в Данию. В Данию, которая находится в союзниках. Тебе обязательно этот фокус было брать, а? Вот он что-то перекрывает там, где он? Вот нафига ты это берешь? Какая марионетка Дании? Это твой союзник. Ну ладно. Британцы здесь просто сильно уж агрессивные, я не знаю, что на них нашло вообще. По потерям можно сейчас глянуть, давайте-ка уже под конец войны нужно посмотреть. Коминтерн. Япония. Япония уже опять учитывается, потому что война началась Японии против оси. В общем, 22 миллиона здесь. А, подожди. А, тут, кстати, потери сбитые, потому что, ну, война Японии началась против оси, союзники теперь воюют против Коминтерна, и поэтому здесь ось и союзники вместе взяты, поэтому здесь адекватно так посмотреть и сравнить потери не получится. Только если вот разве что по странам глянуть. Советы потеряли 21 миллион человек, Рейх снял 18,5. Американцы, кстати, уже 400 успели снять. Вау, она ж недавно началась по-любому, и уже 400. У Рейха 99% капитуляции сейчас, и Советский Союз снял 8,5. Ну, прям соотношение колоссальное. 10 миллионов больше. Рейх снял советом, чем они ему.
Американцы сюда уже сделали высадку в Крым и пошли, кстати, на Краснодар. Хорошо они здесь закрепились. А советы только он войска свои подводит. Здесь, да, такое. И Анатолию отбивает, кстати, Турция. Ну, и помогают же ей союзники. Здесь тоже Ближний Восток. Короче, советам сейчас максимально фигово. Тут они вообще линию обороны, смотрите, прочертили. Не знаю, насколько она вообще здесь адекватная, но пускай будет. В Африке здесь у них, ну, ситуация еще более-менее. Японцы же никакие высадки не делают союзников, да и они тоже японцев особо-то и не трогают. И сейчас, в общем, должна быть уже мирная конференция, наконец. Давайте ее дождемся. Так, вот. Залагала, значит, она уже началась. Все. И давайте посмотрим, что случилось. Так, стоять. Паузы. Ага. Советы. Они взяли и замарионетили себе Германию. Целиком причем. Просто в ее границах. Также Чехословацкий союз. Венгрию себе взяли они. Румынию. А это дело они взяли все и захватили. Да, Африка захвачена ими. Эфиопия марионетка, Эритрея да Сомали. Ну знаете, в чем проблема? Здесь дивизии вообще нету. Они есть тут вон у союзников. Да они просто сейчас пройдут здесь и все это дело захватят. Можно было как-то что ли поадекватнее повыбирать территории. Допустим, забрать себе Иран, потому что это плацдарм для американцев. Посмотрите, они здесь сделали Демократическую Республику Азербайджан. Иран тоже марионетка. И сейчас американцы сюда приплывут и будут отсюда мочить советов. Почему они не забрали Иран? Это вопрос. Ну, может, хоть японцы сейчас тянут их тоже, пойдут по Ирану, но все равно. Американцы здесь вообще разбушевались, забрали себе он Тунис, Алжир, господи, это марионетка Алжир, со столицей Алжирская пустыня, 250 тысяч населения, нафига такая марионетка. Страна на букву Н, которую нельзя называть, она запрещенная, тоже марионетка, да и куча, в общем, здесь стран американцы замарионетили, в том числе это Италия, Австрия, ну, балканские страны тоже и Трансильвания. Ну, кстати, насчет Ирана, у Советов получилось его захватить, японцы в этом, конечно, тоже им помогли. Могли, просто, видимо, американцы, ну, очень долго пытались сюда войска свои перекинуть, поэтому по пустому месту прошлись и Советы, и японцы. Ну, конечно, Советы потеряют сейчас Анатолию, Ближний Восток. Да и, кстати, Крым они отбивают потихонечку, но вот насчет фронта основного, вот такая вот здесь имеются проблемы. Союзники пробиваются намного лучше, чем тот Гитлер. Тут до Москвы ведь рукой подать. Но, как я уже и писал, я разобью этот монтажик на две серии, потому что если все это пхать в один, то я просто не успею вообще его опубликовать. Никогда. Поэтому мы сейчас сделаем перерывчик, а в следующей серии, которая выйдет послезавтра, мы уже доиграем до конца, до 2000 года. Хотя можно даже и подольше поиграть, если вы сильно захотите. Просто тогда уже время, ну, очень долго мотается, я на ночь поставлю, пойду спать. В общем, спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, скачивайте моды на русском языке, нашу группу ВКонтакте. Пишите там вопросы на стене или просто делитесь интересными моментами. Также ставьте колокольчик, включайте все уведомления, чтобы больше не пропускать новые видео. Оформляйте спонсорку, чтобы получить крутые бонусы. А также играйте в мультиплеерные партии или просто общайтесь на наших серверах в Дискорде по ссылке в описании. Ну что ж, с вами был Эмбер, спасибо большое за просмотр. До встречи.